Авария на улице Ленина произошла вчера под конец рабочего дня. Столкнулись Toyota Camry и Nissan Note. От сильного удара Camry вынесла на обочину, сработала подушка безопасности, и, пожалуй, лишь это спасло водителя иномарки от травм. По информации инспекторов ГИБДД, виновником аварии явился водитель Nissan, так как не уступил Toyota при выезде со второстепенной дороги.